школе это точно интереснее, чем кино. В 50-й раз Щелковская школа номер 3 открывает двери в мир знаний. И запомнится этот день необыкновенно яркой праздничной линейкой. В центре внимания – первоклассники. 102 малыша, 3 первых класса, отправляются в этот юбилейный год в поход за знаниями. Я иду первый день в школу. Хочу научиться тянуть в математике. Хочу научиться писать, читать и умножать. С двойным праздником, юбилеем школы и днем знаний, педагогов и учащихся поздравили представители муниципальных властей. От всей души поздравляю вас с 1 сентября, с днем знаний. Пусть этот учебный год станет для вас легким, интересным, полным ярких открытий и впечатлений. Это не простой год, это юбилейный год. И педагогический коллектив школы сделал в этом году себе подарок. Мы по результатам прошлого учебного года вошли в топ-100 лучших школ Московской области. Конечно, это огромнейший труд наших педагогов, это труд наших детей и наших родителей. А значит, мы дружный, сильный коллектив. В третьей школе в этом году по решению школьного совета отказались от пышных букетов педагогам. Причина уважительная. Сэкономленные средства передали в благотворительный фонд «Движение – это жизнь» на реабилитацию 6-летнего щелковца Мирона Толочко. Школа опекает малыша уже не первый год. Мирон еще на прошлой линейке сидел на коляске и не мог встать даже на ножки. Но после проведенной реабилитации, операции, мы сейчас ходим с помощью ходунков. Это все благодаря вашему вниманию, вашей поддержке. Спасибо вам огромное. С днем рождения, школу! В третьей школе праздник. День знаний. День, когда первоклассники и старшеклассники встречаются на одной линейке, на красной линейке в честь Дня знаний. И совсем скоро прозвенит тот самый, самый главный, первый звонок. Михаил Налетов, Валерий Жиглей. Щелковское телевидение.